Экстренные службы округа присоединились к всероссийской тренировке по гражданской обороне. Спасатели отработали действия при чрезвычайных ситуациях. Экзаменом для них стал условный взрыв бытового газа в жилом доме. Нашло обрушение. На втором и третьем этаже обнаружены пострадавшие. Приступаем к эвакуации пострадавших. Обрушение и перекрытие, 11 погибших, 14 пострадавших. Таковы последствия взрыва бытового газа. К счастью, авария – это только легенда учений люберецких спасателей. Чрезвычайная ситуация вымышленная, но ликвидировали ее в полную силу. На место прибыли сотрудники оперативных и коммунальных служб. Такие тренировки – неотъемлемая часть их работы. Без этого мы просто не сможем ликвидировать чрезвычайные ситуации. Вот. У нас они проводятся не менее одного раза в месяц, а то и два, и три раза по необходимости. Отрабатываются конкретные вопросы именно взаимодействия всех служб. Тренировки всероссийского уровня проводятся реже. Их главная цель – оценить уровень подготовленности спасателей страны. Итоги учений в Люберцах подведут на общем построении. Спасателям предстоит обратить внимание на недочеты и сделать работу над ошибками. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.